Привет, друзья! Мы в пражском метро. Сегодняшнее видео может быть окажется полезным кому-то, кому надо покупать билет в пражском метро. Так, сейчас здесь вот табло. А что тут? А вон там, смотри, вот здесь. Вот смотрите, выбираете время. Так, ага, билет, купить билет. Выбираем время на 30 минут, на 90 минут. Вот нам нужно на 24 ходины. Выбираем, сколько пассажиров будет. Выбираем наличные или карта. Так, за две поездки у нас сколько? 240 крон. Оплачиваем. Печатается билетик. И все, оплатили карты. И все. Хотите наличку? Вот, покажи, как билетики выглядят. Вот так вот, да. Теперь сейчас прокомпассируем, и в течение 24 часов билет у нас будет работать в любом виде транспорта. Трамвай, автобус, метро. Все, до новых встреч. Пока-пока.